Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами экраном по сбору криптомонеты Zero. Значит, если мы перейдем на CoinMarketCap, я вчера зашла вот на этот кран. Монетка стоит 9 центов. Сегодня она стоит 8-9 центов. Вчера она стоила 7-8 центов. Но понимаем, да, что фиксированной цены нет. Цена плавающая. Значит, ну здесь вот график можно посмотреть. Здесь можно это все почитать. Перевести на русский язык и прочесть. Здесь как бы информация по этой криптомонете. Значит, я выводила на биржу CREX24. Есть, можно выводить еще на CoinX, или как это вот такая вот биржа. Вот мне ближе как бы вот эта биржа. Торгуется она ZERBTC с биткоинов, а вот здесь она торгуется USDT и BTC. Вот. Ну и я решила выводить на CREX24. Также, если мы перейдем на кран, на сам, опустимся ниже. Я вот опустила это без внимания как-то. Здесь можно создать кошелек. Вот видим, да, валет. Это вот кошелек. Нет кошелька. Вот сюда кликаем на ссылочку. И вот здесь валет, да, кошелек. Кликаем сюда. И вот здесь можно создать кошелек. Здесь прописать ID. Так как нет этого ID, и здесь создать новый. Сюда придумать пароль и как бы создать кошелек. Я не буду уже создавать кошелек, так как я начала выводить на биржу. Вот видим. Введите идентификатор своего кошелька или вот здесь создать новый. И если вас заинтересует эта монетка и вы будете создавать, обязательно нужно записать куда-то вот это все, скопировать или на бумажный носитель, все это сохранить, и идентификатор, и пароль, чтобы потом не было как бы проблем. Понимаем это, да? Вот. Поднимаемся выше. Здесь нет минималки на вывод. Дает он неплохо. Я перейду на CREX24. Кликаю счет. Вот сюда в поисковик я вбиваю Zero, где я беру адрес. Вот пополнить. Вот я вчера выводила. У меня на балансе 47 280 вот этих Zero монеток. Я кликаю пополнить, и мне генерируется адрес этого как бы кошелька, да? Кликаю копировать. Возвращаюсь я, ребятки, на кран. И вот сюда вставляю адрес кошелька. Далее Enter Zero. Видим, да? Вот такой вот цветом окрасилось. У меня на балансе на данный момент, я вчера собирала, как бы потом вышло, 22 826 монет. Давайте я их сразу поставлю вот вывод. Видим, да, вкладочка. Здесь вставляем такая вот капча адекватная. Кликаю сюда. И вот 22 826 монет вывелись. Возвращаюсь в аккаунт. Переходим.
Вот монетка поступила, да, пришел депозит. Клику отчеты. История платежей. И 25.01.22 года. ЗР 22826 монеток поступило. Теперь должны пройти подтверждение, чтобы монетка, ну, капнула уже на баланс. Но тем не менее она уже на бирже, да? Пройдет подтверждение и как бы не капнет. Значит, смотрите, я вчера 24.01.22 года выводила. Первый раз я вывела сразу 11 880 монеток. Все мне как бы уже подтверждено. И я выводила уже, тоже собирала 24.01. 30, ну, ЗР. 35 400 монеток. Вот. Далее возвращаюсь на экран. Давайте себе вот баланс здесь у меня видим, да, по нулям стал. И как собирать? Кликаем Get Zero. Ждем. Должно окраситься цветом. Опять кликаю вот сюда. Жду. Тоже вот должно окраситься как бы цветом, да? Сейчас загрузится. Вот такой неплохой кран. Ну, монетка. Она стоила 15 центов. Ну, вот сейчас как биткоин упал, да? И вся криптовалюта также падает у нас. Вот надо подождать немножечко. Вот меня все грузит. Здесь вроде как и скрытых реклам нет таких. Капчи нет такой, знаете. Все адекватно. Сейчас подожду немножечко. Он должен окраситься таким вот сиреневым цветом. Немножко вот подзависает у меня компьютер. Или сам кран. Сейчас подождем. Вот окрасилось. Кликаю. И плюс 12 999 сатоши вот этих зеро мне капнуло на баланс. Опускаясь ниже, возвращаюсь на домашнюю страничку. И через 2 минуты я могу делать обратно сбор. Давайте сразу же, я вот при вас обнулила баланс. И я вот эту сумму опять выведу. Кликаю вывод, вставляю капчу и опять кликаю вывод. Все, монетки мне ушли, пишут. Возвращаюсь на домашнюю страничку. Иду на биржу. И вот монетка прибыла, видим, да, вот такой характерный звук. И вот монетка 25.01.22 года. ЗР 12 999 монеток. Это в обработке идет, уже пошли подтверждения. Это создан. Но тем не менее, как бы они уже на бирже. Вот. Через 2 минуты я опять могу делать сбор. Вот здесь вкладочка «Рефералы». И находится партнерская ссылочка, кому надо. И баннеры. Здесь очень много баннеров. Видим, да?
Возвращаюсь на домашнюю страничку. Здесь у нас что такое? Давайте переведем на русский. А домой, веб-сайт, рекламировать, регистрация. Вот это я не знаю, что это. Вот. Ну, таким вот образом собираем криптомонетку. Кому интересно, пожалуйста, собирайте монеты. Ну, неинтересно, ребятки, пройдите мимо. Вот. Обновлю страничку. И вот прошло 2 минуты, и я могу делать опять сбор. Баланс, как видим, у меня по нулям. Говорит, zero. Теперь вот такая. Здесь ждем, бывает. Нужно здесь подождать 5 секунд. Кликаю. Жду, когда вот окрасится. Кликаю опять. Теперь здесь. Опять кликаю. И плюс 14587 сатоши вот этих монет. Опускаюсь ниже. Иду на домашнюю страничку. Теперь 3 минутки. Кликаю вывод. Опять я ввожу капчу. И опять ставлю на вывод. И 14587 сатоши вот этих зеро отправились на биржу. И вот монетка прибыла. Видим, да? Слышим характерный такой вот звук. И опять 21.01, 25.01, 22 года. Монетка зеро. Прибыло 14587 монет. Эти идут в обработке. Этот создан. Ну вот, как-то так. Вот такой вот кран. Ну и монетка. Возвращаясь на домашнюю страничку. Ну, таким вот образом собирать. Ну и монетка, как я вам уже показала, 9 центов. Будем надеяться, что она пойдет в рост. Ну а потом уже со временем можно это все обменять как бы на биткоин. И потом как бы биткоин уже можно. Здесь очень большая комиссия. Буду смотреть. Возможно, на лайткоин обменять. Это все такое. Вот. Вот такой вот, ребятки, кран. Вот у меня монетки вот эти зеро я все собирала. И как бы я выводила это все в режиме онлайн. Ну и не забываем, вот здесь находится реферальная ссылочка. Кто захочет приглашать партнеров. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.